Так, долина Йети, да? Давай, начнем. Это типа продолжение, что ли? Ну, видимо, да, видимо, продолжение. Я был автопилот! Наш самолет разбился! Пошел не дейте! Зачем вы здесь? Черт! Кто-то взял пилота! Я расскажу вам все, что хотите! Только не бейте больше! Говори! Человек Пригана сказал нам, что Юма отправила экспедицию в долину! Он сказал, что этот отряд должен был отыскать что-то могущественное. Какую-то святыню. Больше я ничего не знаю. Мы просто решили попробовать заполучить эту святыню. Шок. Что это? Что там у тебя в руке? Это что, рация? Чинаш. Парень серьезно влип. Но первый режим, первый досочек это чисто, блядь, ну, арена, фармилка, арена, грубо говоря. Вот. Так, давай сейчас кое-что сделаю. Включу бонус из себя. Осуждаю их, но включить нужно. На всякий случай. И пойдем. Так, ну погнали, что. Это нам нужно. А, даже там ящик был. Ладно, let's go. Вот здесь, конечно, где-то мы с тобой видели. Вот здесь что-то было. Помнишь? Или я там могу забраться? Нет. Здесь это оружие, видишь, нарисовано вот. А, видишь, там оружие вон нарисовано. А, внизу, наверное, там оружие. Ну, погнали, еще перейдем. Посмотрим. Чего? Ладно, погнали чё. Да. А это еще кто? На людей Юмы не похожи.
Потому что это чистый эликсир. Близко к эскульсу. Просадочной жизни течет здесь рекой. Это воистину святое место. Когда эликсир будет готов, ритуал пройдет идеально. Пробудившиеся будут довольны нашим. Вроде до сюда шли тогда, и все, я забил. Там в итоге мы не смогли забраться туда, поэтому погнали дальше сразу же. Это стелс, еще не стелс, конечно, на... Похоже, пилота забрали. Правда? Ну понятно, сейчас туда вернуться надо, понятно. Прям туда можно как-то спуститься? Можно. Погнали. Ника правила Раджу за PS2, чтобы установить антенну на радиостанции, у нас ушло почти 3 недели. В здании, которое мы использовали, раньше жил какой-то фермер, разводивший яков. Камни, из которых были построены стены, держались на цеплях. Антенна постоянно падала, наконец нам удалось ее установить. Теперь без зачатки ее не повалить. Понятно. Ясно, лук. Понятно. Очень интересно. Очень полезная вещь. Ну ладно, погнали. Снова будет холодный день. Вот как раньше. Ой! Выпорол тебя, Флаш! Ладно, погнали дальше. Миш, туда-сюда пока бегаем. Так, а вот оружие мне нужно нормальное, это точно. Это еще что? Ника Прал Раджу, запись 5. Эта тварь напала на Гэри. Боже, она буквально разорвала его на части. Мой дедушка говорил, что чудовище не существует. Не существует. Он обещал, он поклялся, что никто меня не тронет. Он был неправ. Как же он был неправ? Понятно. Что тут случилось? А где оружие мое? О, сюда. Вот это надо мне. Машина, что? Дым идет от той радиоантенны. Может, там держат пилота? Типа можно на автомобилях? А, ну не сон. Понятно. Ну, типа тоже, видишь, фармилка тоже фармит пока что с тобой оружие всякое, это все дело. Да. Так у меня сразу после прошлого, да, DLC-шки это все дело происходит. Подожди, здесь оружие. Конечно, фотик у нас всегда при себе. Найс. Да, блокпост. Понятно.
сколько же их? Здесь оружие еще ходит, давай, 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 мне нужно, нужно, нужно. В чем прикол? Давай это возьмем, ладно. Да серьезно? Да серьезно? Да. Я в офиге. Что? Мечтался. Все, типа вон босс захватили, зачем только непонятно. Ну, ну это конечно шляпа уже какая-то началась. Радиостанция. Да здесь уже не будет, типа, тоже как фармилка что ли, что типа арена или тому подобное. Дневник Прал Раджу за 57. В пещерах на радиостанции находится горячий источник. Когда мы устанавливали его антенну на доме фермера, мы иногда поднимались туда, чтобы принять горячую ванну. Но с этим местом что-то не так. Может, это из-за температуры воды? Но около этого источника у меня кружится голова. Мне это не нравится. И я стал видеть странные вещи. Понятно. Прием. Прием, меня слышно? Эта хреновина вообще работает? Прием, да, мы вас слышим. Кто это? Меня зовут Аджай. Потерпели крушение в горах. Пилот ранен. Не могу сказать, серьезно ли. Нужна помощь. Понял, Аджай, мы рядом. Помощь скоро придет. Скажи, как вас найти? Я на какой-то радиостанции. Так, слушай, похоже, будет буря. Оставайтесь там. Мы прибудем, как только сможем. Ясно, понял. Оставайтесь там, да? Я не собираюсь тут торчать. На радиостанции Чужой! Так иди уничтожь ее. Перед ритуалом долина должна быть очищена. Сюда. Уже идем. Отправил всех, кого нашел. А вот это уже мне очень интересно.
почти у радиостанции. Вы сейчас где? Рядом, у тебя на хвосте. Готов? Пошли. Пошли.
Да. Кто это? Как тебе мой вчерашний отряд спасателей? Охренительно. Ты кто такой? Кто я, неважно. Важно, что у меня твой друг, и я собираюсь его убить. Ты о ком? Какой еще друг? У нас твой пилот, тот, которого мы сбили. И что тебе надо? Что мне надо? Мне нужен ты. Приходи за своим другом, и я оценю, достоин ли ты внимания, Елунга. А если я не приду? Тогда пилот умрет. Вот херня. Thank you.
Вперед, вперед! Тебя будет судить Хелонг! Ну тут просто, как минимум, потому что... Просто потому что тут не нету. Где мои вещи? И с челики с этим. Здесь челики с этим, как называется. С луками. Пять вещи собрали, ё-моё. Дети вы. Чего ты кто? Ты кто? Тот человек, которого мы видели, что ли? В сюжете? Человек, которого мы видели в сюжете? Шесть. Это что за херня? Записка Раджеша, часть 2. Тени движутся, во тьме что-то есть, это, я это знаю, и я стану жертвой того, кто прячется там. Камала, надеюсь, ты никогда не узнаешь, что случилось с твоим отцом. Понятно. Очень интересно. Ну, интересно. Эх, была бы сейчас веревка и кошка. Можем прятаться от него, что скорее всего на ты видел? Не, ну ты видел? Наверх нет, да? Лиза Джентендра и Нарда. Кажется, я знаю, как выбраться отсюда. Главное закинуть веревку на уступ, как ш... так, чтобы зверь меня не услышал. Тогда, возможно, мне удастся выжить. Покедова, мужик. Да жестко, да так и жестко. Ну вот мы нашли выход. Дело дрянь. Нужна подмога. Да, мужик, да. Ети. Ети. Короче, тот чел, которого мы видели в конце.
сюжета, ну, ближе к концу сюжета, помните, когда в горах были? Вроде так понимал он. Я что-то спросил, кто это такой, что такой. Ну, то видимо, он, вот он. Это перейти как-то нашли. Золотой путь, ничего не золотой быстро, когда нашли нас, помнишь? Там Митыч сидел рядом с нами. Митыч сказал, вот мы тебя еле нашли, это, видимо, перед этими событиями было. Интересно, даже интересно. Я бы в палатке вот этой. Как ты думаешь, пробудившийся уже доел? Может, он сначала отбивает мясо, чтобы было нежнее. Следующие жертвоприношения оставим ему немного соли. И бочонок Шангрила. Думаешь, пробуй? Вот ты где! Ты что, дурак? Прикройте, я на... Ясно. Убейте нечестивца! Давайте, покидаем, мужики. Да, зачистите область. Ну, покиньте. Давай. Что? Ты сейчас смеешься? Да, понял. Хорошо регает, очень хорошо регает. Ну, видим сюда. И что мне делать? Это все, это весь сюжет, правильно понимаю? Ой, сохранилось. Ну, видимо, туда по сюжету надо идти. Видимо, туда по сюжету реально надо.
Да кто? Видишь, когда будете готовы. Да я так готов, чего нет. Вернуться в убежище. Кажется, что такой сюжет идет, потом идет это. О. Потом идет зачистка, типа арена, блин. Жак, что надо самому по ним стрелять, чтобы было прикольно, если они туда подходят, вот в этот радиус подходят, само падает, оно было прикольно. Осторожно, ловушки! А ну-ка, у меня же здесь вот эта тема. Отсюда. Все, Мишка ушел. Смотри, побежал медведь. За тебя, медведь, за тебя. Выпускайте собак. Медведь, что ты... Вот отсюда, короче. У меня есть что-нибудь? Не. Искатели пламени
Где ты? Устанавливай заряд. Да. Интересно, очень DLC-шка, очень интересно. Давай, послушаем, что еще на этот раз. Кто ты? Что тебе надо? Ты не в силах оценить оказанные тебе чести. Это ты про попытку скормить меня зверю? Это был не зверь, а пробудившийся. Избранник Елунка. Мальчик мой, тебе многое предстоит узнать. Вряд ли ты сможешь меня чему-то научить. Может и так. Но ты не должен больше осквернять это священное место. Мы знаем, что ты пришел за нашей святыней. Братья ночи найдут тебя. Тебе от нас не скрыться, не сбежать. Мы убьем тебя. Не позвать на помощь. Связь блокирована. Ты в моей власти, как и все в этой долине. Да пошел ты, псих. Надо как-то обойти глушилки и вызвать помощь. Это долго будет, тем хотя нет. Да, 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 я знаю. Так, ну, в принципе, пока изи. Вердикт директивы 1385А. Директива 1385А. Всему персоналу, находящемуся в лагере, единственный способ производства радиосвязи в долине, не давая возможности ЦРУ прослушать наш разговор, это следить за тем, чтобы глушилки работали постоянно. Их необходимо проверять при каждом патрулировании. Если глушилки перестанут функционировать, наша миссия окажется под угрозой. Интересно. Ну ладно, погнали. Здесь поинтереснее будет, чем в прошлом DLC, намного интереснее. Даже здесь какие-то задания, даже есть сюжетные. Там ты просто фармишь оружие, улучшение, это все тело. И все. Ребята, вообще, я думал, будет без оружия, я думал, будет с этим, с луками.
Отсеялось. Без питания эти глушилки сдохнут. Что ж за дело? Одна есть. Еще две. О, боже. Я, блин, думаю, если самому проходить, конечно, это будет так сложновато, будет фармиться, но у меня на это нет желания делать. Мы просто смотрим, что тут как, да как. Просто смотрим, что тут да как в этих ваших DLC. Но первое DLC такое было, ну, скучновато, скорее всего, больше, чем это. Вот по сравнению с этим, это прикольно, типа, больше. Потому что если хотя бы сюжет, то просто фармишь реально, фармишь улучшения, фармишь всякие оружия и проходишь потом уже, ну, основное задание, вот и все. Типа как арена. Докладывает патруль 4. Ну что там у вас? Мы прибыли на место крушения. Они все мертвы. Правда, Витя. Не рассказывайте мне, что тут делали эти монахи. Я знаю. Я все знаю. Я сам когда-нибудь стану пропустить. Я не понадоел. Начну тревогу! Две есть. Еще одна. И все, пропал, чел сразу же. Моментально чел пропал, видел? Ребят, объясняю для тех, кто еще, ну, еще что-то будет, ну, как, для тех, кто скажет, что вот, ты с каким-то этими гоняешь, ну, типа, с бонусами всякими, да, да, конечно, такие бонусы, но я вам объясняю, что мы просто смотрим, что это такое все, но не проходим прям полностью самое, да. Я сказал, что просто посмотрим, почему монеты, все. Мы с вами смотрим, что это за DLC, и все. Ну, так вот. Чего? И как мне ты предлагаешь забраться туда? Он, блин, здесь один. Ты
Ну вот и все, мальчик. Интересно, что с него, выпадет? Приманка. Это должно помочь. Теперь обратно добираться. Накрыла мир. Пришло время ритуала. Очистите долину. Убейте осквернителя. Слышим и повинуемся. Избавим долину от вони. Ну поехали, чё. Атакуем станцию с севера. Мы по
подходим к радиостанции, мастер. Очистите долину ради ритуала. Вперед! А что? А почему? Что это такое вообще здесь? Штурмовики, вперед! Да. Оттуда что ли? Тоже типа видишь, арена, мини-арена такая тоже, блин. А что тут творится, не пойму, что это такое.
все? Тяжелые бойцы, вперед! Давай. Атакуем станцию с севера. Вовремя принесло. Ну, класс. Ну так вот, ребята. Сейчас было, конечно, посложнее, но не прям что капец сложно, да? Ну так вот, блять. Че, сколько? Я не знаю, сколько здесь ночей, сколько чего. Здесь эта серия будет разделена там на несколько еще. Эй! Меня слышно? Нужна помощь! Это Аджай Гейл, прием! Я в ловушке в этой долине, нужна помощь! Меня кто-нибудь слышит? О, черт! Да уж, вызвал помощь. Инквизитор требует его! Я нужен взятку! Это интересно. Да, инквизитор! Мы ожидаем вашего визита! Он у вас? Да, инквизитор! Мы схватили его! Так, а что там со взрывчаткой? Ее вам найти удалось? Нет, инквизитор, он не говорит, где их спрятал. Ясно. В отдельную камеру его. Хотя нет, лучше дайте ему эликсира и отправьте в общую. Получится отличное приношение. К вашему приезду будет готов. Отлично, я скоро буду. Запритесь там, осквернитель еще в долине, а нам только его не хватало. Я возьму с собой комплект ключей. Как прикажете. Взрывчатка? Это мне нравится. Конечно. Говорится, мало тебе зимних гор, да, вот этих снежных гор, пожалуйста, на, держи, все, DLC тут будет. Это шутка, это шутка. Интересно, сколько это все длится еще будет, бесконечность или что? Мария, минус первый. Бам, блин. Кока.
Поехали. Ну-ка, хорошо. Уходи, иди, голоса. Спасайся! Ты про песнопение? Да, голоса, песнопение, вот это все! Кто издает эти звуки, когда ты пьешь эликсир? Чтоб я стал? Может, это монахи? Ну, которые когда-то пришли... Да ну, топчи, сладкий. Да, я их видел. Смерть нарушителю! Я принесу тебя в жертву, Юлунгу! Найдите, кто это сделал! Раскайся и умри, как мужчина, или твоя душа обречена. Как громко бьется твое сердце! Мы слышим твое дыхание, что? Чужак! Я знаю, там кто-то есть! Да. Я жду ночи, когда мой пробудившийся вновь вознесется к ледяной луне. Что ты там бормочешь? Вытащи меня отсюда. Развяжи меня. Как же я рад, что ты пришел. Думал, что сдохну тут, как собака. Сволочи заставляли делать для них бомбы. Надо выбираться, а то еще набегут. Отправьте кого-нибудь в тюрьме. Похоже, там что-то стряслось. Тюремная охрана не отвечает. Пошлите туда людей.
Я помогу. Я подожду, когда ты их убьешь. Давай, давай. Выбирайся. Интересно, сколько это будет длиться? Ну, как игра, что ли, прям длинная, или что это долосишка? Я навряд ли, я думаю, навряд ли она такая прям длинная. Видишь, задание выполнено, пойдем сейчас, сейчас идет арена. Типа задание арена. Эй, спасибо. Ты спас мне жизнь. Не за что. Ну, в общем, я Дигги Джали. Мне нечем отплатить тебе, но если тебе хоть что-то нужно, только скажи, сделаю. Ладно, Дигги Джали, по рукам. Он как будто бы из Фаркотеса, нет? Нет. Фаркотес, что? Почему он тут, он вообще здесь, да? Пережить ночь — это слишком для осквернителя. Убейте его! Это все, что ебт. Атакуем станцию с запада! Подходим к радиостанции, мастер! Хорошо. Избавьте долину от скверны именем владыки смерти! Ты умрешь, чужак! Тьма ждет, осквернитель!
Штурмовики, вперед! Берегитесь мин! Атакуем станцию с юга! Штурмовики, вперед! Давай, медведь, хотя бы сейчас выскочу. Тяжелые бойцы вперед! Искатели пламени в бой! Осторожно, ловушки! Понял. Не забаговался просто. Атакуем станцию с севера. Давай, давай. С двух сторон, короче, понял. Короче, я так понимаю, 6, значит, это будет или что? Или это ластовая? Ну, это чисто арена, реально. Хорош. Атакуем станцию с юга. Оттуда во что ли? А, он оттуда еще. Снова. Молния. Штурмовики, вперед! Да, хотя бы здесь. О, пошел, пошел, родной. Куда ты побежал, мальчик? А ну-ка, блядь.
Бля. Так и думал, что он будет. Я думал, он опять оттуда пойдет. Вот с той стороны будет. Я думал, что он опять тут с той стороны пойдет, а он здесь пошел. Ну ладно. Благо у меня есть классный пулемет. Реально, то ли четкий пулемет, то ли классный, то ли клевый. Ну, что теперь на этот раз скажешь? Надеюсь, это финал. Аджай, ты слышишь? Слышу. Отлично. Да, я хотел сказать, даже не знаю, как отблагодарить тебя за спасение. Они заставляли меня видеть вещи. Это святыня изменяет плоть людей. Она источник эликсира. Ее нужно уничтожить. О чем ты говоришь? Видение. Видение в моей голове. Все время я вижу пытки и святыню, и голоса прямо у меня в голове. Я слышу их день и ночь. Так. Нет, дай закончить. Я хочу, чтобы они умерли за то, что сделали со мной. Ой, блин. Думаю, ты сможешь это сделать. Я оставил тебе самодельную взрывчатку. Вот координаты. Этого хватит, чтобы разнести главные ворота и попасть внутрь. Просто пообещай мне, что ты не уйдешь отсюда, пока не узнаешь, где они прячут святыню, и не перебьешь их всех. Обещай. Мишек, я бы уже ушел. Блядь, знаешь ли, нахуй. Он бы не занимался бы вообще. Ну теперь куда? Туда. Куда опять? Поехать. Толстый здоровый чел у него бежит. Да. Я здесь этих челиков, но только здоровый челик, видишь? Эти есть чего-нибудь. Здорово, мужики, я к вам. Хер с ним, короче.
Да пока-пока, мужик. Где ты, снайпер, давай? Я медведь. Я даже никто не включал, если честно. Поехали. Сразу двое будет. Давай, давай. Давайте, мужики. Отжай, Гейл, послушай меня. Ты не ведаешь, что творишь. Я Атланти Лунка. Я несу смерть. Если ты убьешь меня, я буду преследовать тебя вечность. Твои мучения принесут мне столько удовольствия. Чё? А по-моему, ты упоролся. Да, я продолжу. Чел, ты... Да, быстрее забирайся уже. Поехали. Знакомая как будто локация, да? Понял. А. Даже вот так давай. Ладно, пошутил. Передай привет Елунгу. Чего? Карта Хаджура Амако Хатама. Это, кажется, чаще всего вершина дальней Хаджура Амако Хатама. Вот. На полях карта от руки сделал какие-то заметки. Пунктир показывает дорогу к вершине к некому храму света. Не знаю, ребят, что неправильно прочиталось, да? Ну, как бы сложно, чуть-чуть читать сложно это кейс. Так. Дневник Александра Шина, это мы увидели. Уничтожить святыню. Так, что, опять сейчас, опять это, блядь? Да, я так и думал. Я так, в принципе, и думал.
Ну вот мы с тобой уже и долетели, блин. Просто долетели. Этот пулемет просто берешь, и все, больше ничего не нужно. Все, let's go. Давай. Мастер мертв! Осквернитель любил его! Убьем осквернителя! Да расскажешь. Да. Он знает, где святыня. Елунг недоволен. Все его слуги охотятся за неверным. Атакуем станцию с севера! Мы все ближе. Я вижу ретранслятор! Да, расскажешь, что видит он. Пора убить чужака. Да поглотит осквернителя тьма. Подожди, где медведь? Пошел. Искатели пламени в бой. Сюда, что ли, опять? А, опять там же. А у меня из пулемета нету? Есть, конечно, сюда, добрый вечер. Атакуем станцию севера. А, да. Погнали, а пусть медведь тут сам разбирается. Есть медведь. Я же тебе говорил, что будет так. С запада еще. Короче, погнали вот так сделаем. Атакуем станцию с юга!
Ну, там медведь. Здесь тоже мешок. Ух ты, блядь. Ебать, что здесь происходит? Все, но было такое напряжно чуть-чуть, но особо. Не прям, конечно, жестко. Было бы жестко, если бы не сказал, если бы, знаешь, были правила, что если сюда какой-то враг заходит, типа враг сюда на территорию заходит, то все, было бы от начала. Это было бы жестко, это было бы очень жестко. Ну, все, let's go. Я думаю, это было последнее. Еще нет, но уничтожу. А как там пилот? Он с тобой? Нет. Ему не повезло. О, я понял. Кира приняла его. Ну что ж, где нам тебя искать? Святыня спрятана на вершине горы Хаджура Амака Хатама. Окей, нет проблем. Хаджура Амака Хатама. Тут самая заметная гора. Мы найдем тебя. Отлично. До встречи. Осторожнее, Джай. Золотой путь и так потерял немало людей. Все, финал. Конец-то, блин, финал. Понял. Необычно, да? Просто... GTA San Andreas, это ты? Ну просто не пришел так, ну на побил бы в стену, и все. Просто, ну, показал свою активность, знаешь, видимость активности, и все. Опять туда что ли забираться, блин? Жесть, конечно.
Ух ты. Ничего себе. Даже. Это святыня, которую надо уничтожить? Чего? Ну, здорово.
Ну так вот бывает. Что? Что? Что сейчас было? Да. Все? Вот так вот, ребята. Это все. Прикольные DLC-шки, прикольненькие. Не, прикольно, прикольно, ребят, прикольно. DLC-шка очень прикольно. Прям вот, серьезно говорю, вот это прикольно, чем прошлое. Прошлое больше такая, наверное, типа, реально больше, не то что арена, а больше, ну, подлутайся, оружие, навыков, тому подобное. Ну, там часов 5, может быть, не знаю, или 3, полутайся. После приди на основное задание и выдержи арену, все. Здесь какой-то сюжет есть, видишь, своеобразный, прикольно, даже какие-то новые персонажи появились, да, новые мобы появились, прикольно. Как по мне, прикольненько. Ну вот, и в целом, видишь, в конце какая-то даже такая, ну, не то что новость, наверное, какая-то, ну, прикольный поворот сюжета появился в конце. Прикольно делал, слишком прикольненький, реально. А вторая особенно реально классно, типа, ну вот это то, что задание выполнил, пошел арена, выполнил, типа, арена, типа, ну это, конечно, херо знает. Ну вот, но в целом это намного, вот этот DLC-шка намного лучше, чем вот прошлый. Прошлое просто, ну, херо знает. Вот здесь сравнить их, это намного лучше, чем прошлое. Прошлое, я не знаю, для чего было сделано вообще, да. Ну это, как понимаю, типа, там завязка идет, а здесь развязка, типа, всей хуйни, да, и там уже в сюжет перетекает. То есть это между сюжетом, что было. Вот, так что... Как-то так, спасибо за просмотр. Такая игра, в принципе, была, прокат 4. Прикольная игрушка. Теперь мы точно прошли всю. Вот. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте. И что я все сказал в конце сюжета? Ссылочка на сцену, кстати, на полное прохождение, да, вот этой вот игры. Ну вот, подсказка тоже. Сверху справа вот сюда знак, подсказочка. Если компас можно жила, если с телефона, чуть ниже писать, пускаешь, там тоже те же подсказки, потому что серия и плейлист также с помощью интернет игры. Вот, как-то так. Прикольная игрушка, прикольные DLC-шки. Ну, вторая точно прикольная, первая такая под вопросом. Ну, прикольно, но на один раз чисто. Вот. Спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих играх. Увидимся в следующих играх. Увидимся. Спасибо за просмотр. Такая... Что? Спасибо за... Спасибо за... Блин. Спасибо за... Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих... Блять. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте.